Доброе утро, суббота. Сегодня я запускаю предпродажи украшений своих вместе с Авой. Я очень взволнована. Я первый раз в жизни делаю что-то такое. Но еще, ко всему прочему, у меня жутко болит живот. Не могу двигаться. Лежу вот сейчас в кроватке. Сейчас 7 утра. Мы уже заказали ножку. Аркашка сделал мне кашу. Спасибо, солнышко. Уже 11 мая, сейчас 7, этот влог выйдет 7, да? Мы улетаем в Петербург, поэтому нам вообще нужно собрать хоть что-то. Я думаю, в этом влоге мы этим займемся. Что еще? Так, ладно, я буду ждать ножку, потому что больно говорить. Последнее, что я скажу. Я очень довольна эффектом от процедуры, которую я делала в прошлый раз. В прошлом влоге биорепарация. Я первый раз в жизни сделала эти уколы с витаминами, аминокислотами, гиалуроновой кислотой. Это было жутко больно, но у меня очень раскладились мои постакне. Ну и кожа более такая, знаете. Вообще ее нужно 3 раза делать, но я сделаю 2, наверное, перед отъездом. Еще 1 раз у меня будет. Готовлюсь морально уже к этому. Да, такие вот у меня мысли с утра. Я сейчас буду публиковать рилс с объявлением предзаказа. It's party time! Аврор, скажи Аврору. Сейчас добавится автора. Аврора делится с тобой. Все. Палочкой. Публикуем. Нажимаем. Сейчас. Загружается. Это очень волнительно. Я решила на удачу надеть. Все, загрузилось. Ура! Аврора, ура! Запуск капсулы! Мы сейчас собираемся, поедем праздновать мой первый запуск в ресторан. Естественно. Да. Мы пришли в наш любимый рум. Kitchen. Смотри. В отеле здесь ресторан. Мы здесь праздновали и мамин день рождения, и вообще кучу всего остального тоже. Он пустой. Что удивление, потому что сейчас суббота. Здесь очень приятно. Это, наверное, мой любимый ресторан в Грузии. We'll giraffe laugh with crocodile. Look, crocodile's doing a little puppet show. Ну что, за тебя? Да. За наш гроб? Да. Аврора вообще не может сидеть на одном месте, естественно. Она ребенок. Она всегда у нас везде поужает. Будем здесь становиться. Давай. У меня здесь том-ям с курицей, авокадо-тост. Аркадий фотографирует свою рыбу. А у меня аллергия на рыбу. Обед был очень вкусный. Сейчас мы уже в парке. Гуляем. Суббота. Семья. Встретим друзей. I love life. Доброе утро, воскресенье. Вчера был очень спокойный и приятный день. Мы встретились с друзьями, болтали. Мне подарили цветочки. А сейчас мне кто-то тоже заказал цветы. И ко мне приедут домой. Аркаша не знает, кто это. У меня есть подозрение. Привет, влог! Эй! Сегодня у нас много планов, на самом деле. Нам нужно много чего узнать про переезд. В смысле, там, посылки, вещи какие-то мы хотим отдать в благотворительность, в благотворительные фонды. Потому что у нас их очень много. С друзьями хотели увидеться. Ну, короче, есть такие мелкие, да, мелкие планы на день, много планов. И, как обычно, скорее всего, что-то не сделаем. Но it's life. Кого ты ждешь? Папа там что-то готовит. А тебе скоро месяц будет. Ой, месяц. Тебе скоро месяц год. Будет, да. Тебе скоро год будет, да? Поиграть еще? Давай. Так, Аврора. Сейчас мы поставим скрытую камеру. Опа. Аврора. Готова? Еще раз? Дай. Давай. Окей, спасибо. Смотрите, какой букет мне прислали. Знаете, кто мне прислал букет? Можешь записочку показать? Смотрите. Это Ава Джулери прислали мне букет. Я не ожидала совсем. Мне так приятно.
Аня, спасибо. Вау, спасибо. Привет, ребята! Сегодня у нас очень интересный формат интеграции. Мы будем проходить бинго от Ясно про здоровые отношения. Мы не смотрели заранее. Сейчас будем вместе с вами проходить его. У нас сегодня няня не вышла. Мы открыто говорим о своих чувствах. Да. 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 Следующее. Интерес к жизни партнера. Есть ли у нас интерес к жизни партнера? Ну, конечно, интерес есть к жизни партнера. Есть интерес к моей жизни? Ну, естественно. Ну, ладно. Еще какой? Ну, конечно, есть. Незаметно? Заметно. А что так удивился? Ты не так часто со мной разговариваешь на эту тему. Я, в принципе, с людьми редко общаюсь. Почему нет? У нас есть такие глубокие разговоры, когда мы вообще все обсуждаем. Я твое обсуждаю видение и твою жизнь. Ты мою. У тебя есть интерес к моей жизни? Да, конечно. Умеете разговаривать и приходите к компромиссу. Умеете разговаривать и приходить к компромиссу. К компромиссам тяжело иногда приходим, но умеем разговаривать. Умеем разговаривать, иногда бывают тяжелые разговоры, иногда, ну вот через вот такие, иногда день занимает, иногда два какие-то ситуации, но в итоге всегда приходим, да? Да. Не было такого, чтобы не пришли. Заботитесь друг о друге. Да. Да. Знаете, как порадовать партнера? Да. Угу. Ну, подождите, то есть знаете, как порадовать партнера? Знаешь, как меня порадовать? Я думаю, ты знаешь, как меня порадовать. Ну, да, да. Я знаю, как ее порадовать. Мы знаем языки любви друг друга. У нас есть чат в Телеграме, который называется To Gift, и там мы скидываем... подарки, которые нам хотелось бы получить. Когда-либо, вообще без разницы. Это просто чат, мы туда все кидаем. Я туда дом скинула, чтобы вы понимали. Да, то есть вообще прям все. И, соответственно, не надо вот там, не знаю, придумывать что-то, мучиться над тем, что понравится твоему партнеру или нет. Просто в этом чат кидайте всякие ссылочки, пускайте, и потом человек может открыть, посмотреть. Ага, что вот, вам нравится. Да, да. Это может быть какой-то экспириенс там. Да. Прогулка на лошадях. Все или вообще что угодно. Что угодно. Путешествие. Что-то маленькое, наоборот, крем для рук, я не знаю. Эту идею я украла у своей подруги Ани. Знаете, что всегда найдете поддержку в партнере? Да, это для меня самое главное. Поддержка. Мы, собственно говоря, друг за дружку и держимся. Вам нравится делать что-то вместе, будь то хобби или ужин? Ну, нет, кстати. Ну, в последнее время нет. Но мне в целом, типа, нравится с ним. Ну, мы слишком много времени вместе проводим, чтобы очень еще много. И у нас ребенок, на хобби проводить его вместе. Поэтому умейте прощать. Я люблю по отдельности какие-то делать вещи, наоборот, сейчас, потому что мы все время вместе. Угу. Ладно, дальше. Умейте прощать. Я умею прощать. Я обидчивая достаточно, но я отхожу. Просто не так, как ты очень быстро отходишь. А у меня дольше это занимает. Цените отношения и благодарны за них. Очень, да. Прям безумно. Нежность и влечение. Аркаша более нежный и влечен. Я влеком и ей, да, нежнее, Лиза меньше. Я такая более колючая. Да. Но, мне кажется, с каждым днем все больше я становлюсь более мягкой, работая с психотерапевтом, что немаловажно. В вашей паре есть доверие и нет контроля? Да, доверие есть. Доверие есть, контроль есть с кое-чьей стороны. Да, это я даже бываю. Даже не контроль, а, скорее всего, твои какие-то траблы. Мои траблы, которые я проецирую на тебя иногда и пилю тебя за них. Но да, это есть. Чувствуете себя спокойно и комфортно рядом? Да, очень спокойно и очень комфортно. Да. Эмоциональные качели не про ваши отношения. Нет, именно про отношения нет. Все очень. Про отношения нет, про все остальные эмоциональные качели. Ну, в смысле, у меня бывают эмоциональные качели. Да, да. У тебя тоже. Партнер не вся ваша жизнь. У каждого есть личное пространство. Да. У Лизы и ее Кардашьян шоу. Кардашьяны. Да. У меня молоко пролилось. У вас есть совместные мечты и планы. Да. Абсолютно. Абсолютно, да. Внимательны друг к другу и всегда готовы помочь. Да. 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 Не стесняйтесь быть собой. Нет. Вообще не стесняюсь. Наверное, с самых первых встреч я вообще. У каждого из вас есть свое мнение, и вы уважаете друг друга. Да, у нас у каждого очень есть свое мнение. Свои мнения. Очень свои, мы очень разные. Да. Делите домашние дела так, чтобы всем было комфортно. Ну, иногда Аркаша делает больше. Угу. Подожди, я бы развила эту тему. У нас разные обязанности. К примеру, Аркаша за кухню сказал мне, что он отвечает. То есть и кухня, готовка, да, мытье посуды. Я делаю стирку и... Ну как, ты меня потом просишь развесить? Я развесить тебя прошу иногда, потому что ну поздно, я уже иду спать. Но... Даже когда не спишь, не идешь спать, все равно просишь. У меня язык любви, когда помогают мне делать что-то. Да...
acts of service. Но я слежу за тем, чтобы дома были все лекарства, чтобы все было в наличии, всякие там средства. Вы знаете, такое типа обеспечение дома, заказываю всякие штуки, когда что-то заканчивается. Рора, не трогай телефон. Организатор — это моя сильная сторона в списке. И вот у нас у всех разные сильные стороны, понимаете? Я отвечаю за такие моменты, более организационные. А я за операционные. Операционные, да. Иногда я помогаю Аркадию. И последнее. Были ли у психолога, ясно? Да. Да. Только Аврора не была еще. Только Аврора еще не была. Что такое ясно? Ясно — это первый и самый крупный в России сервис по подбору и видеоконсультациям с психологами. Я очень рада, что в этом видео мы продолжаем наше сотрудничество в такой интересной интерактивной форме. Ясно, очень удобен в использовании. Ты просто скачиваешь приложение, либо заходишь на сайт, заполняешь анкету, выбираешь те именно пункты, которые тревожат тебя на данный момент, и потом уже выбираешь из тех терапевтов, которые высвечиваются, психолога, который тебе больше всего симпатизирует. Выбираешь удобное время и из комфорта своего дома, спальни созваниваешься, все конфиденциально, очень удобно. Пользуйтесь нашим моим промокодом. Спасибо большое, ясно. Доброе утро, влог. Мы сейчас едем... Уже четверг, я очень плохо себя чувствовала, не снимала много дней. И сейчас мы едем на съемку по работе. Аврорка дома с няней. Я думаю, мы должны успеть за 2 часа все сделать. Я сегодня в режиме бизнеса. У нас здесь съемки очень яркие. В таком вот месте у нас проходит бизнес-встреча. Роскошно. Да. И мы делаем из натуральных камней, используем жемчуг. Если, ну, это для тех, например, кто разбирается. ААА класса. Это типа как, ну, самый вот вообще классный жемчуг, который есть. Это адская штука. У меня были съемки, а сейчас мы уже дома с Авророй. Она обожает эти карточки Refill. Я их тоже обожаю. Дизайн супер просто. Ну и послание тоже мне нравится. Бача, какие у нас с тобой новости? У Аврорки лезет зуб, прям он уже все на поверхности, уже просто беленькое торчит чуть-чуть. Наконец-то! Мы с 3 месяцев ждали этот зуб. Нам сказали в 3 месяца, что сейчас вылезет зуб. Тебе почти год сейчас. Завтра важный день у Аркадия. Я никогда не называю его Аркадием, не знаю, почему. Иногда всплывает тут в контенте. Но завтра важный день у Аркаши. У него будут съемки его шоу, но только с профессиональными ребятами, которые будут снимать. Там и звук будет отличный, и камеры. То есть прям новый уровень. Мы долго к этому стремились, и сейчас будет первый выпуск, и еще один будет снят послезавтра. Я приду, обязательно поддержу его. Я очень за него рада. У нас сегодня день вакцинации, день X, утро пятницы. Все было в сумасшедшем режиме, мы все еще ждем тут. Здесь все всегда очень долго. Здесь, это, в смысле, в Тбилиси, ну, может, в Грузии, не знаю. Герой вытерпел прививки. Сейчас мы зашли перекусить на базар Арбельяни. Как называется? Арбельяни, да. Арбельяни, да. Я хочу хачапури. Вот наш обед. Это для меня. Меня вчера пригласили на показ, модный показ, который будет состояться сегодня. И фаундер бренда Берхаз. Возможно, я неправильно произношу, но вот название здесь. Мы договорились, что я возьму аутфит у них. Это очень классно. У меня первый раз такой опыт, и мне очень страшно. Я иду на показ именно вот этого бренда. О боже, какая пробка. И да, сейчас мы должны с вами съездить в офис, забрать аутфит, померить. Мы вообще познакомились с Беса на почве еды. Мы были в его ресторане Чикас, да, в Тбилиси. Заходите. Там очень вкусные пирожки с курицей. Очень. Да, и Аркаша хотел снять интервью с ним, но мы не успеваем. Мы снимем позже. Потому что он
Мы чувствуем, что он очень интересный человек. Все, я сейчас добралась наконец-таки. Я потерялась 1000 раз до офиса. Еду на 18 этаж. Буду забирать аутфит свой. Я всех подняла на ноги, чтобы найти офис. Та-дам! Мне низ оказался совсем большой, поэтому я буду только вверх сегодня показывать вам. Когда ты фэшн-чика, а ты еще и мама. У нас тут, кстати, появился код от лифта. Лифт платный, прикиньте. Что значит фэшн-чика? Я никогда не говорю таких слов, таких выражений. Фэшн-гирл. Короче, я перегрелась на солнце. Мне так херово, но я так рада, что у меня такая возможность выпала сходить на показ мод в Тбилиси. Неделя моды сейчас вроде бы. Хз. Так что да, мне надо теперь собраться, перевести дух. И уже выезжать, потому что пробки несусветные, пятница вечер. Я проведу, наверное, 2 часа туда-обратно ехать. Ну, в смысле, час туда и час обратно. Но, тем не менее, я не жалуюсь, я очень-очень рада. Короче, я сейчас делаю макияж, и мне захотелось чего-то розового. Видите, под низом розовое. Вообще, я прям чувствую, что мне нужно прям розовое-розовое что-то сделать. А, когда доделаю, покажу. Не хватает только мне, конечно. Я никогда не использую такой серебряный хайлайт сюда бы еще. Какие-нибудь блестки, не знаю, но у меня такого нет. Все в последний момент, потому что случилось. Только вчера получила приглашение. И это моя первая неделя моды вообще когда-либо, где-либо и показ. Я уже была на фэшн-шоу в Питере один раз, когда я работала... Точнее, стажировалась в «Собаке», журнал такой. И летом там был большой ивент, связанный с модой. Это единственное, где я была. Но сейчас прям independently сама по себе иду. У меня нет, короче, у меня нет специальных кисточек. У меня только есть акварельные такие, которые для красок обычных. Я ими все делаю. Надо использовать то, что у тебя есть уже здесь и сейчас. Макияж готов. Аутфит тоже. Я на самом деле что-то вообще не хочу ехать. Я хочу завернуться в одеяло и скрыться от всего мира. Аврора проснулась. Я еду. Такая у меня задумка. У меня не было такой сумки, прям чтобы пойти. Я решила, у меня будет стиль. Я не знаю, что это за стиль. Это просто сумка в сумке. Я уже дома, это слезы. Аврорке, нехорошо после прививок, что и следовало ожидать. У нее всегда так, как и у многих детей бывает, первый день. Я просто с ней сейчас лежала, обнимала ее. Меня совсем недолго не было дома. Сейчас лежала, что-то всплакнула. Люблю ее безумно. Она мое самое главное шоу, не знаю. Я не жалею, что я поехала, но для меня все-таки... Ох, все, я просто emotional сейчас, неважно. На позитивной ноте. У меня здесь пирожки с курицей и... цветная капуста в очень вкусном соусе из ресторана Чикос. Это как раз из того ресторана, который создал тот же человек, на чьем шоу я была сейчас. Вот, очень вкусно. Я еду к Аркаше на съемки, они сегодня, сегодня суббота. See you there. Ну вот, съемки начинаются, Аркадий. Все. Поехали. Поехали. Это пятый выпуск. Да, значит, то есть пятый, не четвертый. Пятый? Это пятый будет. Сначала с Леной выйдет, потом, чтобы она медийную поддержку дала. Как внимание. Всем привет! С вами я, просто Арчи, и у нас пятый выпуск ППП. Приготовим, поедим, попиздим. Это мой последний снятый в Тбилиси за это лето выпуск, и я просто безумно рад, что сегодня мы будем этот последний выпуск в Тбилиси провожать с Лизой. Вы опять. Вправить свою жизнь, то есть встроить. У меня это случилось за месяц, то есть я не знаю. Вот, кстати, мы идем сейчас, но мы еще про это отдельно расскажем. Сегодня... Здесь такой интересный спейс. Ну, знаешь, у меня не было прям такого сильного, что-то...
У Аркаши прошли первые съемки. Первые из двух, да. Первые из двух именно съемки с камерой. У нас наконец-таки получилось выделить на это средства, и мы очень рады этому. Это инвестиция. Mm-hmm. Да. Точно, 100%, 100%. Смотрите, скоро-скоро. Ну, не прям скоро-скоро, но будут на канале наконец. Если вы не заметили, у меня этот новая рубашка. И брюки, которые оказались небольшими очень. Я соскучилась по Авроре. По тебе я с тобой была. На камеру не хочешь? Она стесняется камеры. Короче, когда я кашляю, она всегда тоже кашляет по-искусственному. Я дома. Аркаша поехал покупать нам сумки для переезда в Питер. Нужно собрать вещи, которые мы отправляем. В коробках нельзя, оказывается, мы уже заказали коробки. Ну и ладно. Короче, завтра у меня будет съемка модельная с утра. Ну, не совсем модельная, а для одного конкурса большого. Мне надо отослать свои снимки. Что ты хочешь, колобка? Колобок? Эта книжечка немножко пострадала уже. Да, его съедят. Доброе утро, воскресенье. Сегодня у нас была очень тяжелая ночь с Авророй. И ранний подъем. И у нас еще сборы. Мы же возвращаемся в Питер. И сегодня у меня с 10 до 11 съемка в студии. Аркаша будет меня фотографировать для открытого конкурса Vogue, который проходит по всему миру. Я решила участвовать, потому что почему бы нет. Снимаю. Студия находится просто в заброшенном доме. Все очень гламурно. Все для тебя, Vogue. Мы идем пешком. На 6-й этаж. Мы дошли, это туалет. Такое вот пространство. Аркаша пытается уложить Аврору. Посмотрим пока на студию. Очень мне она нравится, конечно. Вот. Будем здесь снимать. У нас есть час. Слышите крики Авроры на фоне? Угу. Так все утро. Я заказала для этой съемки специально, ну не только для этой съемки, для себя. Skims, если знаете, это бренд Kim Kardashian. Но они не успели дойти, поэтому я буду просто в купальнике бежевом. Сейчас мы с волосами что-нибудь сделаем. Вообще нужно быть без мейка. Ну вот мы и без мейка. Я закончила съемку, все было, конечно, в режиме быстро и без... Поэтому для вас ничего особо не сняла здесь. Sorry. Не знаю, такое тяжелое сегодня утро получилось. Ну, вроде все получилось. Я рада, что я это все-таки сделала. Молодец. Мы сейчас уже дома сидим. Мне трясется рука. Мы читаем книжки, играем. Аврора научилась меня щекотать и догонять. То есть она вот так... Я не буду показывать, как она это делает. Короче, научилась. Это веселая игра, в которой мы играли до этого на кровати. Сейчас мы уже здесь сидим. Аркадий на съемках. У нас девичник. Мы с Авророй едем к папе. У него скоро конец съемки, и мы поддержим его. Да. Мы приехали. Угу. Еще? Ну подожди. Мы так сильно забились рецепторы за то время, пока. Так, теперь я бы тебя очень попросила, нам нужно. Отодвинем. Ну, я тут влечу быстро в Лизинблок. Она как раз снимала бэкстейдж моего в нового выпуска ППП. И я хочу показать вам замечательных ребят, которые сняли, помогли мне снять этот выпуск, полностью его сделали, от поиска локации до, собственно говоря, покраски и звукокоррекции. Это ребята из Бородинс Продакшн. Привет. Вот, я и Тима, расскажите про себя, что вы делаете? У нас продакшн полного цикла, мы занимаемся съемкой любого видео и фотоконтента, от рекламных роликов и музыкальных клипов до авторских фотосессий и рилсов в соцсети. В общем, все что угодно. Мы занимаемся предпродакшеном, помогаем разработать сценарий, найти нужных подрядчиков, локаций и все остальное. Занимаемся непосредственно самим продакшеном и съемкой, и коррекцией. То есть делаем все от нуля и до финального продукта, чтобы у вас был прекрасный видео или фотоконтент. В общем, супер, вот так. Круто. Ссылочка, да, в описании. Да. Невероятные и прекрасные деления. Сними это тоже. Я снимаю вообще-то сейчас. Давай. Сними, да. И расскажи про Лену тоже. Да, собственно говоря, сегодня мы снимали 4-й выпуск ППП. Что? Я, конечно, не хотел бы сильно это светить, потому что тогда пропадет... Я не буду рассказывать, что вы делали, просто чуть-чуть. Да, да, мне. Вот, собственно говоря, наш невероятный... Может, ты про себя расскажешь, а мне про себя рассказать? Это гастро-дива Тбилиси. Это гастро-дива Тбилиси, которая... Не поймала ее фартук.
которая создала здесь невероятное бюро, которое возит людей по Грузии и погружает их не только в туристические географические маршруты, но еще и... еще у нас гастрономическая школа. Да, да, вот на этой кухне вас обучают готовить невероятные блюда разных кухонь мира. Да, кстати, Лизина сестра сюда ходила на мастер-класс. Да? Кто ходил? Да, Лизина сестра, когда сюда приезжала. А, с парнем. Ходил, да, ходил. Да. Вот. Так что подписывайтесь, ссылочка тоже в описании. Аврош. Ты че? Че такая волосатая? Домой поедем. Успел. О май гад. Какой волосатик.